Ну вот и все. Бомба готова. И теперь... А, Супермен, ты как раз вовремя. Ты сможешь увидеть, как люди, которых ты так защищаешь, будут гореть в пламени от ядерного взрыва. Оставшиеся в живых из-за радиации превратятся в злобных чудовищ и будут пожирать все, что им дорого! Что такое? Че ты улыбишься? Я сказал что-то смешное? Я влюблен! Ты слышишь? Я самое счастливое суперсущество на планете! Девушка, вам эта бомба очень идет. Очень. Ой, божечки, а кто это у нас тут щечки надул? Хочет все взорвать. А глазки такие злые-злые. Сумасшедшие-сумасшедшие. Я люблю ее. Ты слышишь? А вчера у нас было первое свидание. Спасибо тебе за эту историю, но через несколько минут... Мы встречаемся снова, чтобы танцевать всю ночь. Я сделаю ей предложение. Как же я ей завидую! А я нет! Потому что когда я взорву бомбу... А хочешь, я покажу тебе ее фотографии? Вот. Смотри. Ух ты! Свои? Прикинь! Да. Я, конечно, рад за тебя, но через 3 минуты наступит ядерный апокалипсис. Мрак и хаос поглотят эту планету. И на этих руинах я установлю новый порядок. Прости, что ты там говорил? 3 минуты? Черт, я же опаздываю. Спасибо, что напомнил. Ну почему так бывает, а? У кого-то суперсила, девушка, романтика. А у кого-то... Бомбы, заложники, одиночество. Бедненький. А что ты делаешь сегодня вечером? А у меня сейчас бомба, а потом вроде ничего. Ну, а как насчет суши? Взорву. Согласна.